Радио 54. Вы где любите гулять? Давайте гулять по очереди. Самое ваше любимое место для прогулок. Лера, ты первая. Набережная – это вот очень хорошее место. Там очень много хороших артистов выступает. Ну, не всегда, но… Творческий человек, да, вот с какой точки зрения он смотрит. Вообще очень красивое место, там хороший парк аттракционов. И вообще очень… Видно реку, опять же, красиво. Видно реку. Ну, мне очень нравится именно там гулять. Так. Так. Арина. Какие еще места? Ну, то же самое. Там красиво. То же самое. Ленина. На Ленина? И я люблю на Ленина. На площади Ленина, да? Да. Там просто... Просто набережные ребята. Там можно самокат, все любят набережную. Александр, вот. Ну у вас тут написано про Новосибирск. Наверное, есть места, которые вас вдохновляют. Я люблю гулять по Красному проспекту. Вот. Особенно участок дороги между метро Красный проспект и площадь Ленина. Это мой любимый отрезок пути. И я иногда замечал, что вот если встать... Потому что там медицинский институт? Ну, в том числе. Но я замечал, что если встать просто и никуда не идти на Красном проспекте перед площадью Ленина, вот... встретишь огромное количество знакомых людей за короткий отрезок времени, которых ты не видел очень долго. И вот они именно появляются в тот момент, когда ты там стоишь. Это невероятно. У меня называется это правило 10 минут. Если встать возле ЦК, раньше центральный, где этот кабак был, да, вот в этом месте, да, если там встать, то через 10 минут во время, то есть вот за это время ты обязательно кого-нибудь встретишь знакомого. Обязательно, 100%. Новосибирск маленький город, вот если говорить про центр, то да, вы правы, там всегда... Один раз мне не хватало на жетон в метро, и я подождал. Подождал. Встретил очередного. Заработал. Так можно, в принципе, подрабатывать. Конечно. Ну, давайте к творчеству. Послушаем песню, а после поговорим про минувшие концерты. Вчера у вас был отчетный концерт, правда? Да, конечно. Обсудим. Представьте песню, что это за песня. Песня «Берега Новосибирска» написана много лет назад. Она уже достаточно известная в нашем городе, и я ее пою отдельно, и дети ее отдельно поют. В данном варианте у нас совместное звучание поет Александр Церпята и студия «Азбука Хит». От судьбы этот солнечный приз. На пути трех веков, возведенный из камня, город сотен дорог, Новосибирск. Берег левый один, берег правый, словно два твоих белых. Медляк. В общем, медляк не для тебя. Да. Не для меня. Хорошо. А мне все нравится. Гош, молодец, ты полегла. Песня соответствует темпераменту. Вообще не каждый может петь песню. Так бывает. Мы периодически через жесткий несколько лет меняем вокалисток. Да. Выбираем, потому что именно по темпераменту, по характеру она должна в десяточку попасть. В общем, исполнять эту песню в вашей студии считается почетным. Да, и мы практически все концерты ей заканчиваем. Поэтому это такая невеста на выданье финалка. Такая. Конечно. Давайте. Но мы пока не заканчиваем, но тем не менее слушаем песню «Так бывает». Азбука Хит. Было ясно.
хотели спеть? С кем бы хотели спеть, да? Я не знаю. Не, ну просто давайте помечтаем, пофантазируем. Егор Крид, все такое. Не знаю, Дима Билан, там кто. Так, это? Гоша развалился на стуле, такой, я бы с Полиной Гагариной бы зажег, да? Да, можно было бы. Можно было бы. Наверное. Не, ну они могут все, что угодно. Вот даже сейчас Карина с удовольствием с детьми нашими споет кусочек маленький из своей новой песни. Песня называется «Время за нас». Очень современная, популярная. Давайте, давайте попробуем. Три, четыре. Время всегда. Припев, припев. Раз, нас. Два, три, Господи. Четыре. Раз, два. Поехали. Ты только ты улыбнись небесному солнцу и чистому небу, душою сияй, свяжись водой из колодца и взяющим снегом, поверь им вперед. Ну все, все уже. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.